зовут Коломницкая Светлана. Я работаю на обувной фабрике, раскройщиком верхообуви. Я просыпаюсь рано, потому что наша смена начинается тоже рано. Моя работа начинается рано. Я просыпаюсь в 5 утра, завтракаю и иду на работу. Вот это мое рабочее место. Работа у нас начинается в 6:45. Как раскройщик верхообуви я раскраиваю натуральную кожу на детали, на сапоги, туфли, которые у нас выпускаются. В день я обычно делаю 100 пар. Это работа творческая, и мне хотелось что-то делать своими руками. Вот и пришла к этому. И очень интересно смотреть, когда из каких-то вот заготовок, из деталей получается очень красивая, комфортная обувь, которую потом приносит людям какие-то приятные эмоции, комфорт, тепло, уют. Как и на любом производстве, у нас есть и сложности, и особенности. Бывает сложно начинать работать с каким-то определенным товаром, который очень красивый, но имеет какие-то свои особенности. С коллективом мы работаем очень, вместе очень давно. Всегда друг другу помогаем. У нас теплые дружеские отношения в коллективе. 90% внешнего вида обуви зависит от нашей работы, от раскроя, от как она будет в дальнейшем сшита, как она будет затянута, как она будет выглядеть потом при носке, как она будет выглядеть в магазине, на ноге. Поэтому я считаю, что моя работа очень ответственна и важна. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.